Всем привет, с вами команда Carb Today. И сегодня мы вам хотим показать новинку Fox 2016 года. Леску серии EcoSet Транс-Хаки диаметром 0,26. Вот таких железных банков. Они очень удобны при транспортировке, а также защищают леску от прямого воздействия солнечных лучей. Размотка лески 1000 метров, что позволяет вам сразу намотать несколько шпуль. Каждые 250 метров идет специальный стикер, который вам сообщит о том, что сейчас вы прошли отметку 250. То есть на самом деле за раз можно намотать смело 4 шпули. Леска EcoSet предназначена для работы на дальних дистанциях. Об этом нам говорит этот логотип, который показывает, что леска летит очень далеко. Однако, как в рамках серии EcoSet, так и других лесок Fox, давненько у нас не было лесок диаметром меньше 0,3 мм. И вот, наконец, Fox разработал леску диаметром 0,26 мм, что отлично подходит для работы на сверхдальних дистанциях. Наверное, никому не нужно объяснять, что чем меньше у вас диаметр лески, тем дальше вы можете забросить свою оснастку. Поэтому, если вам нужна дистанция за 140 метров, эта леска для вас. Несмотря на то, что диаметр лески стал меньше, это никак не отразилось на ее прочности и износостойкости. Она такого же превосходного качества, как ее старшие собратья. При разработке этой лески участвовал тренер действующих чемпионов мира по карпфишингу сборной Англии старина Роб Хьюз. Основной задачей Роба Хьюза при разработке было сделать эту леску максимально невидимой под водой. Ну а теперь давайте поговорим о ее характеристиках. Итак, на этикетке у нас написано: диаметр лески 0,26,1 мм, размотка 1000 метров, разрывная нагрузка 4,55 кг. И тут сейчас все начинают задавать вопросы: неужели я не смогу поймать рыбу больше, чем 5 кг? Конечно, сможете, потому что при вываживании, кроме лески, также принимают участие удилище, катушка с фрикционом, сама растяжимость лески участвует, ну и сам рыболов. Поэтому, если вы все сделаете правильно, большую рыбу вы будете доставать без проблем. На наш взгляд, как спортивной команды, мы можем сказать, что это отличный вариант для спорта. Эта леска обладает отличными полетными качествами и абразивными характеристиками. Поэтому у нас уже намотано 4 катушки с этой леской. Потом мы снимем видеоролик, как далеко можно забросить эту леску. Подписывайтесь на наш канал, заходите к нам на портал carbtoday.ru. В комментариях к этой записи можете оставлять свои вопросы, мы всегда готовы на них ответить. Всем привет!